летом, когда мало влаги, когда да, дождей мало, речка прячется под породу. То есть ее не видно. Вот просто белая будет, как тропинка, и все. И некоторые говорят, а кто там ходил, вот тропинка набитая. Да нет, это же речка. Ну, нет, она, правда, прячется под породу. А сейчас мы с вами видим, что это вот речка. Конечно, глубоко очень. Глубоко там? Вон, заслышали речка уже сразу. Таблица Менделеева, да. То есть настолько вот... Вот их брали даже вот тогда во время войны. Находили вот эти билимниты. И присыпали, когда в порошок делаешь раны. А, да, я слышал, что лечебные. Да, лечебные. Мы ее обозвали говорящим голосом. Конечно, здесь вечером очень вкусно. И вот на вот этих камнях на склонах здесь растут настоящие мухоморы. Настоящие. Так вот в мультиках прям показывают. Красные. Вот эта шапка. На камнях? На вот этих камнях. Да. Мухоморы. Как? У меня еще Наташа и Саша. Они тоже мои. Ну как, вот еще Саша, мой сынок. Нет, Вова один.